Здравствуйте, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Set your course by the stars. Конечно, математику не изучил. Так плохо. Было показано, что изучится. Каменная кладка еще нужна для удаления. Ну, это уже после математики, это уже один ход. Тут постоит пока. Рабочий. Кампус тоже построен. Боже, сколько варваров. Блин, грузин, что у тебя тут происходит с варварами внизу? Разберись, да, я не ними. Знаю. Они то прибегают, то убегают. Они какие-то странные. Непонятно. То прибегают, то убегают. Это обычное... действия варваров. Они же варвары. Ну тут нету смысла гавань строить. Надо центр коммерции. Так, вот это тут у меня будет Петра. А если Петра не будет, то будут пирамиды тогда, наверное. Так, а где мне для центра коммерции выделить место? Давайте вот тут. Пока начну один ход его строить. Да, но я что-то затормозил, конечно, со строительством Петры. Вырубить, вот, кстати, кроме... камни и леса мне больше. If I were again beginning my studies, I would follow. Сколько строится? Не понял, кто-то построил? Неужели построил Петру, блин? Здорово. Ну давайте тогда пирамиды построим, что ли? Там Петра опять же. Ну, кстати. Четыре клетки, то есть, ну и оазис. У меня была бы получше Петра. Но проспал я свое счастье. Необходимо соседство с гаванью, необходимо соседство. Ну, Стоунхендж уже не нужен. Всех пророков разобрали. Ладно, давайте зал приемов. Нету смысла сейчас строить. Ну, лес убирать, я так думаю. Собственно, как и камень, поэтому каменоломню построю. Здесь пирамиды, я думаю, и так довольно быстро построятся. Ладно, будем шахты. Понял, что я стал сюзереном Вавилона. Классно, какое-то задание выполнил. Ну, пока мне это никаких бонусов не дает на самом деле. А, военный лагерь построил. Так, тебе великий торговец, положить торговый путь надо.
там у нас сверху. Each of us is carving a stone, erecting a column. Invincibility lies in the defense, the possibility of victory in the attack. Великие инженеры получают дополнительный заряд. Можно построить только рядом с гаванью. Ну, гавань мне еще открыть надо. А нет, гавань открыта. Так. Ну вот тут, наверное. Так, мне нужны... Во-первых, лян. Давайте мы отправим... Возьму аквакультуру и... В Маскатео построю аквакультуру. Очень неплохо будет. Так что лян мы в Маскатео. Дальше тут строю гавань. О боже. Как он еще выжил? Так, а тут пирамиды, 8 ходов. Ну вот, все, я тут галеры все исследовал, теперь мне эта галера тут бессмысленно в этом внутреннем море. Хотя, может, какие-нибудь варвары, конечно, будут. Наверное, надо... сюда приплыть пока. Как они там быстро ходят при войне, при том, что... Давайте, наверное... Ученичество откроем. Дальше феодалин. Так, 4 фермы. Я просто вместо ферм вигвамы строил. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. Так, давайте тут купим строителей. Тут еще ферма. Вот 3 фермы вот так надо построить. Где-нибудь еще я фермы строил. Вот еще ферма. Это 4 фермы. Видите, 5-3. Это очень-очень неплохая еда в начале. Так, и еще одного. На театральной площади производства, а тут в кампусе. Ну вот Пингалу можно, наверное. Пингалу давайте вместо Васис назначим. Стану тут учиться. Бьем чувачка. Почему нет? Зал для приемов завершен. Ну, фигачим еще строителей. Так, и все-таки, что мне дальше делать? Надо захватить Кумаси, это точно. Он близок ко мне, собственно, и арму. То есть, можно выйти вот в верховую езду. Где у нас
кавалерийские юниты. Я их, по-моему, уже открыл, да? Да, юнитам кавалерии есть такая. Настроить кавалерии и пойти кумаси брать. Не кавалерии, всадников, всадников. Тут, конечно, стены есть, но это не проблема. Где у нас, по-моему, у меня уже открыто. А, нет, инженерное дело. Ну, инженерное дело надо открыть. Древние стены. Вот, в местахе Силике. A man on a horse is spiritually. Oh. Oh. Shut up. Ну пока. Я в Кабуле при производстве юнитов. Ладно, пока нет. Так, тут коммерция завершён. Ну, без карточки всадников строить так себе идея. Сто пятьдесят один. Внезапно война Нидерландам. Это полезно. Это там 10 очков великих ученых. Как-то многовато. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. Игра сейчас в открытом бета-тесте, там появляется много новых фич, например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом, и используйте кодовое словосочетание «Лёша играет». Качечка, я пусть его захвачу, если он будет идти без защиты, просто... А, я понял. Не расслаблялся. А я послал его, я забыл на него уже. Спасибо, что напомнил. Это трофейный после. Что, австралийский? Да. Блин, а я как не скликнул. Ну, вырублю тут лес, тоже ферму построю. Этим рабочим тут фермы построю. Сейчас мы феодализм ускорим. Так, ну я продолжаю, как вы понимаете, мы отъедаем города, то есть 4 высоких города. Потом я армиями буду эти города-государства захватывать. Так, еще одна ферма. Здесь ферма. Кумаси есть? Охренеть. Его поменяли или не такое же имбовое? Такое же. Офигеть, это надо убить. Кто там рядом? Убью, убью, не волнуйся. Выбрать амбар, монумент. Не хочу, короче, галера нужна для ускорения, но а что у нас с этими с торговцами? Вера вообще бессмысленный торговец. Ну, древние стены построю, как раз ускорю, что мне надо, и амбар. Сейчас будет 6-я ферма вот, на месте леса. А, блин. Рабочих. Ну, тогда этим рабочим сейчас 6-ю ферму построю. Сейчас я буду
предлагается этот вигвам, но надо фермы. Так, вандализм ускорен, два хода. Ученичество мне пока не нужно. Мне нужно катапульты. Через два хода начну строить всадников везде. Ну, вообще буду просто стоять. Если будут появляться варвары, буду с ними бороться. Не будет варваров, не буду. Ну, подставил немножко рабочего, но я думаю, что я его верну. Так. Не проблема. Так, 8-4, а так 16-3. Давайте так лучше. Хочу достроить пирамиды. Хоть что-то, чтобы от пустыни, потому что у многих пустыня есть. Ну, а подано, конечно, два посла это хорошо. Но так себе чудо. Это фарусский маяк смогу построить, только гавань сначала надо. Висячие сады, вот у меня рек нету практически. Тоже. Надо, кстати, пойти с тем лагерем разобраться. Не очень. Я бы поставил город... А, ну может, он тут еще один город. Тут вообще у него есть города, куда ставить. То есть вот тут еще один город вполне может. Правда, Зубдиди вообще у него без воды. То есть ему надо будет. А ему придется пшеницу, видимо, убирать, чтобы акведук построить. Мне кажется, он не очень верно Зубдиди поставил. Вот на том месте, где Зубдиди стоит, имело смысл акведук к городу строить. Что у нас по религиям? Четыре религии. Да, эти варвары закончили. Так, колесо. Я хочу, чтобы пращник убил. Не убил, блин. Ну, следующим ходом, я думаю, убью. Так, кого? Торговца. Город включает эту клетку. Мне что-нибудь подобное надо где-нибудь? Вот прям, чтобы вот... Ну, хотя могу цитрусовые вот тут добавить. А я арму все равно буду захватывать. Нафига мне эта клетка прям так... 30 золотых как-то... Да ну нафиг. Не хочу я так... Не хочу я такого торговца странного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще две ГГшки где-то.
Так, а когда эти вигвамы, они что-то начинают что-то еще больше давать? Вигвам, да не здесь смотреть надо. В самом вигваме. Так, плюс одно золото при соседстве с редким ресурсом, плюс одна пища за каждые два соседних бонусных ресурса, дополнительное производство золота и пищи по мере продвижения по дереву технологий социальных институтов. А именно, служба, охрана природы, картография. With the advance of feudalism came the... Так, 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 плюс 50 при производстве юнитом кавалерии. Ну, не знаю, новых строителей взять. Что у нас? Города, мне надо куда-нибудь... дополнительного посла, чтобы получить. Ну да, надо. Даже в 2 года у меня как раз 2 посла. Так, хорошо. Плюс 50% к производству кавалерии древнего мира. Здесь первый посол. И в экономику. Ну, жилья у меня там достаточно из-за... Поселенцы мне не нужен, стоимость покупки клеток. Давайте, наверное, пока строителей возьмем. Так, еще здесь отправляем в Брюссель и в Кабул. То есть мне сейчас насыпят... А, мне дадут 400 золота. Он вылечился, что ли, или убился от меня, не пойму. Поехали. Всадник. Гавань завершена. Ага, у меня... Я всадников только в одной этой могу строить. У меня всего лишь одни лошади. Ну, плохо. Что я могу сказать? Плохо. Никто лошадьми там не хочет меня поторговать, кстати. Там у Грузии, например, одни лошади. У Австралии, ну, Австралия в войне вообще. Так, давайте пока. Блин. Ой. Качечка, предложение. Секунду, надо вкликать. Блин. А что ты хочешь?
Лошадей хочу. Там. One man's magic is another man's engine. Those who in quarrels interpose must often wipe a bloody nose. Так. Фига себе. Толпа варваров какая-то, блядь. И тебе спасибо. Спасибо за игру. Всадники. Ходите еще. Всадники. Садники. Ну ты настроил юнитов, конечно. Это из этих городов получилось так. А тут видишь, какая местность? Я думаю, вообще не пройду. Так, надо поменять. Ну, потом я вспомнил, что у меня есть повышение. По тусу отправим. Все, везде по два. И меняем обратно. Дипломатия на плюс 2 влияния. Ну вы строители, это все правильно. Так, здесь. Ну, теперь что? Не позакликиваю, сейчас какой-нибудь меня сделал. Надо из столицы отправить. Столицами вообще никто не бегает. Так, пока тут постою. Так, я надеюсь, вот вы, Грей, не будете тут протестантизм свой разносить мерзкий. Да не, я просто смотрю. Как дела-то? Ну, хорошо, Дир. Нормально дело. Скидка на... Да, обменяемся религиозными текстами. И здесь тоже всадник. Надо как можно больше всадников. А у меня армия. Вот вышел бы я в золотой век, сидел бы себе тихонечко. Ты сейчас не особо громко захватил австралийца. Не особо громко. Ну, так там же копья пошли против лошадей, конечно. Тяжело. Плохо. Это плохо. Пожалуй, на еду лучше отправлю. Медленно столица растет. Какие-то голландские скауты бегают.
Признавайтесь, где города-государства. Кто-нибудь нашел еще два города-государства, кроме Кумаси, Кабул, Вавилон, Торонто, Брюссель, Арма и Хаттуса? Орленка есть. Мы около австралийца. Орленка и Вавилон. Вавилон не нашел. А, Окленд еще. Короче, Поленки и Окленд где-то. Кабул классно. Блин, австралиец не выпилен. Он мне что-то тут какие-то предупреждения кидает. Я думал, а он уже вышел и вот короче спал. Ну да, столица у него как жила. Разве Канберра столица? Да. Этот город можно, по-моему, вечность бронить вообще. Не, там видишь, есть гора на повышение по холмам. Нет, не вижу. Там есть она. Прям рядом. Я вспомнил, и поэтому получилось. Ну, три мечника, дуболом и два лучника, это не особо сильная армия. Вот меня стены беспокоят и защита 46, это, конечно... Юниты.
Да, блин, что они... Грузин, слушай, ты разберись ты с варварами этими внизу. Он занят, он воюет. Они же уже мир заключили. А, уже все. А, вот этим ходом. А чё так много ГГшек? Так грузинские ГГшки были все. Голландские, наверное. Да нет, вроде грузинский. К сожалению, нормальный век у меня. The Lord made us all out of iron. Then he turns up the heat to forge some of us into steel. Джебель Баркал. Мне надо не забыть еще веру потратить через за три хода на покупку. Конями бить копье не самый лучший вариант, но у меня нету других. Так, три катапульта, я думаю, должно хватить. Сколько у нас всадников? Это будущая кавалерия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Еще поднастроим. Следующим ходом можно, наверное, будет карточку убрать на всадников. In peace, one is despoiled by mercenaries. In war, by one's enemies. Или оставить пока на всадников, что у нас еще строительство оборонительных зданий.
военных лагерей, морских юнитов, при подготовке антикавалерийских юнитов, а также юнитов ближнего и дальнего боя средневековья. Мне, конечно, на катапульты что-нибудь, но этого нету. Строителей можно пока поменять. Стоимость покупки клеток, международные торговые пути. Давайте производство во всех городах. У меня с жильем пока все окей. Слушай, ты, Леша, тебе там до союзов как? До союзов. Ну, не скажу, что далеко прямо. Ну, скажешь там тогда. Они, конечно, могут уконтрапупить моего всадника на пару. Четыре очка не хватит. Два хода. Четыре очка до эпохи не хватает. Или сюда лучше встать. 36 сил у голландцев. Грузин, убери, пожалуйста, своего скаута следующим ходом. Хорошо. Один воин там где-то стоит. Что-то идти. Давайте вот так отойду. Давай, сейчас придет к тебе араб. И Ататай будет. Или не араб. Но эффект будет тот же. Как вот этот лучник мог меня атаковать, интересно. Mm-hmm.
Блин. А то коня могут наказать. Но то, что у него уже мечники, это, конечно, немного притормозит нападение. Так, тут пока хватит всадников. Давайте компуса строить. Один, один. Twixt the stirrup and the ground, all the world's a stage, and all the men and women. Я думал, честно говоря, тут кумаси что-нибудь сделали. А, смотрите, атаковали. Именно катапульты атаковали. Блин, хитрожопые, а. Конечно, можно было просто таран сделать, но катапульты я хочу прокачать, они у меня в дальнейшем артой станут, вот это все. Ну и обычный век. Что-то все в золотом, я один в обычном. Что за подстава? Я за последние три хода около 20 этих набрал. Наверное, когда за конбер дали, дофига. То есть у меня было там 38, а сейчас смотрю 56. Хотя там 4 хода оставалось, когда я последний раз чек. Очень печально. За Кри, кстати, мне кажется, прикольно через веру кто-нибудь будет поиграть. У них же есть домик, который престиж повышает. Или нет? Домик, престиж, домик жилье дает вигвам их. Жилье. А престиж он не увеличивает? Нет. Я думал, за Египет прикольно. Как-то чуть достроишь эти сфинксы и веру с престижных клеток. Там много веры получается. Если выйти в начале, то просто купить этих строителей и поселенцев за веру. Использовать как-то сфинксы. Сейчас я похожу, гляну, конечно, про престиж, но я уже несколько раз тут внимательно их вигвам изучал, ничего на престиж не видел. Это у мапучи на престиж их тотемов. Да, наверное, у мапучи, да. Я путаю еще индейцев. Блин, забыл потратить религию все-таки. Ну хотя 74, может, не хватило бы. Ладно, давайте... Нет, здесь рынок построим, а торговца тут построим.
History is the version of past events. Слушай, Голландия, ты, короче, если ты не нарастишь мощь, я приеду сейчас на мамлюках. Я вот тебе открытым текстом говорю. Блин, ну у меня у кампуса вообще практически нету соседства, так что мне брать этот... Я уже карту ставил и фигарю колеса. Мне дали 700 денег за вынос голландцев. 400 денег. И это 8 мамлюков. Так что ты готовься. А что ты ему угрожаешь? Просто приезжай и выноси. Так я не хочу еще одного выносить. Хочу поиграть. У чувака вообще нету силы никакой. У тебя есть армия. Чую. В чем сила, брат? Спасибо. Опять кризис вылезет. Я боюсь, что... Вот если шотландец мне даст дружбу вообще будет. Я вам не буду его защищать сейчас. Человек, да не, вы там можете в союз какой-то вступить. Попробовать денег срубить на это. Давайте, наверное, лян скачет, возьмем. Как золотой век, там сразу куча науки. А кончился век сразу с вещами. А разве как-то влияет век на науку? Ну, они берут вот это за соседство, наука от соседства с торговыми центрами все время. Ну, вообще у меня был план вначале выйти в золотой век, построить священок, туда напихать ватов, а потом в темный век прыгнуть и карту на двойную науку с города. Ват по 4 это как кампус плюс 4. Ой, этот торговый центр плюс 4 в золотом. То есть так, такая развитие. И покупать за веру потом поселков. А арабы ваты дешево стоят. По 15. Ну, прекрасный план, что тебе помешал это сделать. Я пошел в Голландию. А, я не нашел золотой век первым. Ну вот смотри, вигвам дает плюс одно производство и плюс одно жилье, а также плюс одно золото при соседстве с редким ресурсом и плюс одно пищи за каждые два соседних бонусных ресурса. А потом дополнительное производство золота и пищи и жилье по мере продвижения. Нету никакого на престиж. Печаль. Ну если еще престиж, наверное, было слишком. Кстати, напихать ватов для белорусов, хотя может и для украинцев, тоже странно звучит, потому что ваты — это возвращение налогов после поездки на закупы в Польшу. Там оформляешь ваты, и потом ты, типа, их деньги возвращаются обратно. О, прикольно. Я не знал такого. Никто у вас в Украине не ездит? В Польшу не езжу. А, кто в западную, а я в центральную, мне как бы не близко. В западную все время ездят, а сейчас им что-то ввели... какое-то ограничение. Раньше можно было нормально вывезти, а сейчас что-то жалуются, там плохо вывозится. А еще я протестил вот этого очкарика. Грузин, наверное, испугался, да, что плюс 100% к великим людям. Очень крутая штука.
могу его проатаковать. Так, ну надо уже город пытаться захватить, видимо. Компактные города стояли, конечно. Продам книжку. Так, я думаю, что можно уже ехать. Армии ставить катапульты. Чего ты продашь? Книжку или аду, допустим. Я не понимаю, что продам книжку. Ну я тебе передам шедевр, книжка за 4 культуры, которые дают. Ага. Это Россия обычно торгует, но... Знаете, я пока не буду ну, оставлю для Кумаси, сюда переброшу караван потом. Желающий. Это, как тебе? Голландия, давай я тебе книжку продам. А потом захватишь и снова продашь кому-нибудь, да? Ну да, да, да. Ты как был 48, так и остался. Нет, было 36. А, похилился, наверное, юнит? Возможно. Меня школьник ругал, что я школьника не позвал. Егорка. Хотя он, я ему говорил, просто в группу вступи. Ты же, Грей, ты играл? Ты знаешь, о ком я вообще? Ну, я знаю. Ну, Савитар, Савитар. Да, я думаю, он бы веселее сыграл. Чем кто? Не знаю. Чем Качечка? Качечка чем вообще я... грустно нет, играет. Школьник меня убивает. Он очень классный. Так мы же не про силу, а про веселость. Но он тоже веселый. Не, ну блин, это вот, конечно, эпично. Прошлая игра вообще была эпичная. То, что тебе сколько тебе не хватило? 7 молотков, да? 5 молотков. 5 молотков на улет. Ты когда сделаешь видео, я тебе... Там нарезочку скину, как я 6 раз чуть не улетел. Ну, мы каждый ход скидывали на космодром. Так ты скинь нарезочку тогда к последнему видео, чтобы я его мог в последнее видео вставить. Ну, да-да, я буду следить, когда ты... Нет, так я их смонтирую практически сразу все, они просто выкладываются постепенно. Я понял. Ну, хорошо, на следующей неделе, если я тебе... Фильм нормально будет? Или ты уже сделал? Нормально. Все, отлично. Так, кого убили? Я пару раз по своей глупости не улетел. Ну ладно. Так, может тогда лучше катапульте здесь промолчать? Че, никому взять? Книжка не нужна? Вот, Леш, давай я тебе продам. Или Тамаре. Тамара, книга. У тебя 20 культур. Увеличится на 20% культура твоя. Ты что, нету отверстия? Ну, по идее, и так его взять. Ты понял, да. Отлично. Тогда катапульту апнем. При обороне против сухопутных юнитов. Прям некуда. Так, что тут с этими варварами? Какая-то жопа с ними прям.
я бы сказал. Прям вообще нехорошо все. Строительство ускорили. Кумаси побежден. Сохранить город. Перебрасываем сюда караванчик. Может подождать два хода, пока союз образуется. Ну, хотя какая разница, в Роксбург давайте отправлю. Так, торговец завершен. Что у меня вообще стоит тут? Всадники, производство золота. Ну... Ну вообще давайте всадников еще подстрою, сколько их у меня итого. Я что-то не понимаю, но почему Кабул не мой сюзерен? 3, 4, 5, 6. Нам надо одного пособольше, наверное, иметь. Так. 9, 10, 9, это город с доминирующей религией. Православие. У вас по 3 посла. Так, по бонусу же от Тамахи. А теперь должны 2 посла дать. Когда ты закинешь туда одного, по-моему. Или как там работает? То есть получается, которые послы уже там или не действуют? Нет, конечно, за новых. Да. Господи. Мне интересно, да? Фу, не круто. Отписка. Да, я-то думал, сейчас быстренько религию сделаю и сразу сюзерену. Ну да. То есть все... ты сначала обращаешь город в свою религию, а потом уже после обращения, ты когда посылаешь туда послов, они будут считаться за двух. Да. Очень неудобно. Ну так то же самое и карточка была вот эта, которая в города-государства, ну когда-то в демократии, по-моему, типа, когда ты посылаешь с другой идеологией, она же так же работает. Нет, подожди, где эта фигня? Не демократия, там холодная война, по-моему. Нет. Да, да, в холодной войне. Сдерживание. Да, вот это. Каждый ваш посол дает двойной эффект в городе-государстве, если производство, если правительство его сюзерена отличается от вашего. То есть это не... Прикинь, ты бы принял, и все послы, которые сидят в городах отличные от твоего, сразу такие двойные бы стали. Это было бы очень круто. Нет, ты когда посылаешь именно... Очень жалко. С твоей наукой ты уже в мушкетерах должен быть, в Голландии, давай. Ты что, вообще в наглую пошел наверх, что ли? Голландец, короче, у тебя либо шотландец, либо... Ну, я даже больше на шотландца ставлю. А, ну он же город в твою сторону поставил, ну... У тебя шотландец сейчас будет. Мека тоже как бы под Роттердам, видишь? Ну, я Меку не вижу как раз. А вот шотландский город вижу. С союзами ты, Лёш? Один ход. У меня один ход.
вармонгерами никто не хочет союз заключать. Я же мирный. Мирный вармонгер. О, да. Я освободил Австралию. Там все равно была бы война, видишь, он как неудачно спавнился. Слушай, давай ты качечка вот сейчас своего этого уберешь влево скаута следующим ходом, чтобы вот ты мне просто под ногами не мешался, чтобы ты мне войска перебросил. На надо. Железо куда-то? Да, на железо нормально будет. То ты сейчас встал, и меня как раз переправа через речку ты мне подгадил. А он, сволочь, бегает сам. Сколько у голландцев городов? У него три города только. Да, это голландец. Опасно. Слушай, как тебя зовут? Давай я заберу Роттердам, а ты заберешь два других. Шотландия. И давай военный союз как раз на этой почве. Как ты на это смотришь? Я подумаю. Просто вот если бы внезапно не стало Роттердама, было бы очень классно. Ну, то есть у него Салмаим был бы очень вообще топчик. А ты как раз еще сможешь, смотри, город вот на речку поставить, там где бананы, куча всяких зеленых холмов. И Торонто еще. Пидирок, как говорится. Приятно. Может, экономически лучше? Так, я не буду к тебе караваны гонять. И не тебе. Да. Ладно, если что, поменяю. Держите, всем дружба. Кому еще? Грузия, она. У меня вроде одни слоны были, а нет, двое. Слушайте, а что, захваченные города государства не отображаются в списке городов? Отображаются? Может, ну, следующим ходом? Так я прошлым ходом захватил. Или даже там, позапрошлым. Там в докладах? Нет, вот я сейчас как торговля, например, с шотландцем, и у меня показывает только три моих города, а Кумаси не показывает, то есть я как бы не могу им передать. А, ну ты, наверное, не можешь передать его. Я не знаю, в чем проблема. То есть в чем причина? Ой, 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 не то поставил. Я чуть не подтвердил. Чтобы в Поленке отправить вот так. И сразу третьего. Так. Надо что-то быстро открыть, чтобы вернуть влияние.
теологию, но за два хода. Блин, две каравеллы надо. А две каравеллы у нас. Это две гавани. А тут две галеры. Блин. Когда я тут смогу еще район 10 и выше? Так, давайте вот тут галеру прикупим. Так, судостроение ускорили. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я тот, кто сделал это видео. И, пользуясь случаем, хочу вас попросить не забыть поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!